В социальных сетях появилась информация, что в Апатитах орудует маньяк, и в выходные было совершено нападение на девочку в академическом парке. Что происходит на самом деле, редакции сообщили в Следственном комитете. В Мурманской области по горячим следам задержан местный житель, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, 31-летний мужчина, ранее судимый и недавно освободившийся из мест лишения свободы, утром 27 октября 2018 года у дома по улице Ферсмана в городе Апатиты совершил в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста, иные действия сексуального характера. В настоящее время проведены неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с участием оперативных служб ОМВД России по Мурманской области, в результате которых по истечении суток по горячим следам установлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в совершении данного особо тяжкого преступления. Следствием изъято и направлено на экспертизу его одежда, другие вещи с места преступления.